Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости, дорогие родители. Сегодняшний день является одним из самых важных в жизни наших молодоженов. И, конечно же, сейчас они очень волнуются. Поэтому у нас к вам будет большая просьба поддерживать влюбленных. И когда на этой дорожке появятся главные герои сегодняшнего праздника, пожалуйста, подарите им самые искренние улыбки и самые громкие аплодисменты. Я думаю, что у всех у вас сегодня прекрасное настроение, которое отражается на ваших лицах. Все вы улыбаетесь, и это здорово. Вы готовы встретить прекрасную пару? Отлично, мы начинаем и встречаем самую красивую пару 2021 года. Встречайте, Максим и Елена. Крыши частных секторов, собаки воют со дворов. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Сегодня не вернусь домой. Я так давно тобой хотел. Только не волнуйся за меня, малышка, взрослел. Друзья мои, громче, 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 приветствую, молодые! Дорогие молодожены, дорогие Максим и Елена, дорогие гости, вы знаете, все в нашем мире во имя любви. Во имя любви. Мы пересекаем моря, океаны, горные вершины покоряются нам. Только любовь дарит нам крылья и чувство полета. Посмотрите на эту прекрасную молодую пару. Наш жених Максим, вы не знаете, но он отверг внимание многих прекрасных девушек для того, чтобы открыть свое сердце для одной, того достойной. С ее именем он ложится спать и встречает каждый новый день с первыми лучами солнца. И имя это Елена. Так давайте же восхищенно посмотрим на ту самую, ту единственную, которую он ждал всю свою жизнь. Ведь сегодня она так удивительна и по-особенному хороша. И я уверена, что никогда ранее он не видел ее такой. Он и она. Они мечтали и представляли, как, крепко держа друг друга за руки, пойдут навстречу своему счастью вместе, навстречу своему прекрасному будущему. Дорогие молодожены, я прошу вас повернуться друг к другу лицом, взять друг друга за руки, посмотреть друг другу в глаза. Я знаю, что все самые главные слова вы уже друг другу сказали, но тем не менее, пожалуйста, повторяйте про себя то, что буду говорить сейчас я, и я надеюсь, что эти слова отзовутся в ваших сердцах. Ты рядом, и все прекрасно. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты есть на свете. Спасибо тебе за руки, спасибо за губы эти, единственный мой. Спасибо за то, что ты есть на свете. Спасибо тебе за хранение любви, за праздники, будни. Спасибо за вечность любви и ее бесконечность, где души любя поселиться смогли. Спасибо тебе, моя любимая, за то, что ты есть. И сейчас, дорогие Максим и Елена, я хочу задать вам самый главный вопрос в вашей жизни, в присутствии ваших семей и ваших самых близких друзей. Я надеюсь, что ответ последует из самого сердца.
Максим, согласны ли вы взять в жены эту прекрасную, очаровательную, утонченную девушку Елену? Максим, согласны ли вы стать супругом Елены? Согласен. Леночка, теперь я хочу обратиться к вам. Согласны ли вы взять в мужья этого сильного, мужественного, ответственного молодого мужчину? Лена, согласны ли вы стать супругой Максима? Сейчас, дорогие молодожены, я предлагаю вам в знак вашего согласия обменяться обручальными кольцами. Наши дорогие гости поддержат молодых аплодисментами. Теперь жених может поцеловать свою невесту. Дорогие Максим и Елена, с огромным удовольствием я объявляю вас мужем и женой. Дорогие друзья, уважаемые гости, вы являетесь самыми близкими, самыми любимыми людьми для наших молодых. Именно вас сегодня они пригласили разделить с ними этот чудесный момент. Поэтому сейчас мы приглашаем вас. Начиная с родителей, пожалуйста, вы можете подходить к молодым, обнимать их, поздравлять их. Все самые добрые слова мы скажем на банкете. Сейчас, пожалуйста, проходите. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in this place. I woke up feeling great, today was big on me. And life is good the way it should, the way it's meant to be. Bells all ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just laughing. And it's a beautiful day. Поздравляю, Европа!
Так, дорогие друзья, сразу, да, маленькое отступление лирическое. Большая просьба не расходиться сейчас, когда все пообнимаются с молодыми. Мы приглашаем вас на портретную фотосессию с нашими молодоженами в зоне регистрации. С вами будет работать наш фотограф Юлия, ее зовут. И также для вас накрыт фуршет, пожалуйста.